Всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди, и мы продолжаем играть в актуальную игрушку YouTubers Life с Дариди. Это седьмая серия, давайте уже продолжим. Я думаю, будет круто, ребята, не забывайте ставить свои пальцы вверх. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, потому что будет еще много-много-много чего крутого, ребят. Я буду стараться делать качественный контент, буду развивать свой канал, развиваться сам. В общем, будет еще много-много-много чего крутого. Так, ну изначально, смотрите, я думаю, нам уже приелось это... Это одежда, давайте возьмем что-нибудь другое, переоденемся. А, не, давайте... Мне надо купить вещи, блин. Нет, пока что не будем покупать, давайте что-нибудь так оденем, что у меня есть в гардеробе. Сейчас посмотрим. А, кепка. Я предлагал снять кепку. Иногда нужно без головного убора походить. Крутая майка. Давайте вот эту майку оставим. Так, штаны. Давайте дома будем спортивно ходить. В принципе, маленькими джинсы. Давайте вот эти спортивные. Привет, я из газовой компании. Я собираюсь проверить ваш биолер. Я могу зайти? Минус 50 долларов. А, опыт улучшен. Рабочие газовой компании заменили одну деталь и взяли с вас 80 долларов. Теперь ваш бройлер работает нормально. Ну, опыт нам прибавили. Давайте кроссовочки какие-нибудь оденем, вот такие. Так, это как-то слишком смешно выглядит. Давайте вот эти очки, я думаю, ему подходит. Вот так с вами поиграем, давайте посмотрим. Блин, мне надо куда-нибудь встать для хорошей фотографии. Ну-ка, повернись ко мне лицом. Ну, хотя вот так, вот, а рядом с компьютером, я думаю, это будет... Я думаю, это будет шикарно, вот так вот. А, отличный вид. Все. Продолжаем играть. Заниматься шопингом? Нет. А, улучшить? У меня слишком мало денег, ребят. Ну, давайте попробуем все-таки улучшить свой компьютер. Так, а что это такое? Это клавиатура такая? Я такие клавиатуры не встречал. Ну, я предлагаю с вами монитор все-таки взять. Да? Или крутые наушники? Давайте возьмем крутые наушники. Все, хватит. У меня... Так, блин. Да, мне нравятся крутые наушники. Они должны быть в любом случае. Это очень здорово. А ходит слух, что вы делаете видео только ради денег. Я думаю, лучше игнорировать такие сообщения. Нет. Отрицать. Давайте будем отрицать. Я уже знаю, мы уже сталкивались с этим. Пришла посылка, давайте откроем. О! Вон они. А, наушники заменены, как вы видите. Более крутые стали. Я думаю, пора заниматься видеоиграми, ребят. Все-таки это главная концепция, ребят. Снимать видео. Новое игровое видео. Так, в принципе, вот эта игрушка актуальна. Давайте выберем ее. Геймплей. Приступим, пожалуй. Схема готова. Так, станция. Вот так я, пожалуй, начну. Вы начали записывать. Давайте поприветствуем наших подписчиков. Поприветствуем. Загрузка экрана с советами. Неправильно сделал. Вы повысили свой уровень. Крик победы? Я думаю, это актуально. Время до начала игры. Можно было, в принципе, что-нибудь не в тему сказать. Пробная игра. Профессиональный комментарий. Отлично. Интерактивный загрузочный экран. Отлично. Вы собираетесь приостановить камеру. Давайте попрощаемся. Я что, неплохо записали? Теперь пойдемте обрабатывать видео. Так, садимся. Как бы это все сделать? В принципе, можно тебя начать. С тебя начнем, потом вот тебя. Чтобы склеечка хорошая была. Нет, я бы следующий вот тебя бы использовал.
Потом бы, наверное, в принципе, без разницы, можно тебя поставить. Ну, вот такая вот склейка получилась. Наложим эффекты и рендеринг. Интерес. Интерес, ребят, 45%. Контент. Новый уровень везде. Так, что-то немножко перевод, да, другой заметили? У меня в трос был советский, а сейчас я русский поставил. Можете отписаться, ребята, кто заметил, вот какой все-таки лучше, советский или русский? Мне почему-то советский пропал, не знаю почему. Может быть, из-за обновления игры? Давайте опубликуем. Там как-то было более правильно, мне кажется, переведено, чем в этом. Так, ну ладно, что тут еще можно? Мне нравится, что я говорю. Самый популярный. Получай просмотры со своих видео. Чё, ребят, какая-то фигня. Все-таки я потом подшаманю и сделаю советский. Советский был более правильный перевод. Заказы, цель. Так, календарь. Это девушка. В принципе, можно, давайте ее пригласим. Так, вот пришла, можно с ней пообщаться, я так понимаю. Давайте поразговариваем. Ля-ля, Моси. Бла-бла-бла-бла-бла. Забавно. Ну, продолжим разговаривать. Так, комментарии. Кстати, почему она... А вот эта девушка, которая со мной так прекрасно, изумительно, она меня впечатлила. Вот эта, которая постоянно хочет с нами початиться. Если это ютубер, то я Бэтмен, ужасный монтаж. Я общаюсь с самим Бэтменом, прикольно. Так, а... Можно подарок вручить? Она постоянно к нам ходит початиться. В принципе, можно обнять. Ну-ка. Это тоже улучшает отношения. Ну, как в Симпсонах. В Симпсах, точнее, в Симпсонах. Можете писать комментарии, советы какие-нибудь, ребят. Я обязательно почитаю. Скоро отношения у нас еще лучше станет. Давайте еще поразговариваем. О, после твоего комментария я с тобой не хочу чатиться. Нет, спасибо. Сказать до свидания, посмотреть профилью. Вы пока не можете нанять сотрудников. Я потом могу сотрудников нанимать. Прикольно. Я могу вообще вечеринку устроить, всех пригласить. Интересно, получится ли у меня с ней флиртовать? Взяла, села за компьютер. Ну-ка. Так, ну-ка. У меня получается. Забавно. А, да. Нас пригласили в кино, но почему бы нет? Пока что видео набирает просмотры у нас. Текущая одежда. Давайте так пойдем. Доступен новый заказ. Блин, где? Я хотел посмотреть, ребята. Мне заказы нужны, они много платят. Ну, ладно, давайте сходим в кино, а потом посмотрим, какой у нас там заказ. Не будем тут сильно церемониться. Хотя я посмотрел, кто тут вообще есть. Блин, камера не вращается. Ну-ка, повернись. Что-то все пьют. Блин. А давайте отношения улучшим с кем-нибудь. Поначалу очень быстро отношения развиваются. Пока что, видите, она не знакомая нам. Давай, разговаривай. Отлично, теперь
мы можем называть друг друга знакомыми, может быть, понятно. Ну-ка, я с другими тоже надо общаться. Хочу посмотреть, кто тут вообще есть. Так, ну-ка, вот. Тоже симпатичные. Сейчас мы немножко отношения поговорим, немножко отношения улучшим. Хотя бы до знакомых сейчас дойдем. И уже в кино, и это уже сеанс начнется, а мы все пропустим. Все, отлично. Может быть, пересечемся как-нибудь. Возможно. Ну все, мне пора на сеанс, хватит тут трепаться. Все-таки я как-то странно пригласил. Хотя она сама меня пригласила в кино пойти. Ух ты, это ж меня... Я попал в кадр. Круто. Довольно-таки прикольно, смотрите, вот... хочется как-то... Ух, ого, нифига себе, сколько много людей. И куда мы сядем? Давайте сюда хотя бы сядем. Так, что-то она отстала от меня. Интересно, я смогу с ней разговаривать? В принципе, мы можем общаться, да. Смотреть фильмы и общаться. А с другой, я помню, у меня так не получалось. Она какая-то неразговорчивая была. Так, кто тут вообще сидит? Какие-то вообще, смотрите, это на бабушку похоже. Косичка такая забавная. Так, 43 секунды. Я думаю, вам это неинтересно будет. Пропустим эти секунды. Кстати, смотрите, скоро уже шкала заполнится. Мы сейчас... Кем будем мы друг другу? Скоро мужем и женой, наверное, будем. И все, на этом закончились отношения. То есть дальше они никак не развиваются, что ли? Пока я сижу в кино, у меня повышаются мысли, я также отдыхаю. Я, в принципе, даже кушать не хочу. Смотрите, у меня и голод повышается, и я отдыхаю. То есть, в принципе, не обязательно спать, можно в кино сходить, и вы уже отдохнувшие придете домой. Прикольно. Так, у меня повысился уровень. Отлично. А вы открыли две новые карточки. Потом у нас одежда новая, интерьер, компьютер можно новый покупать, также еда новая доступна. Прикольно. Я думаю, надо что-нибудь записать уже. Видео можно было продвигать, но я не хочу. Я только хочу идеальный продвигать. Вы теряете подписчиков, вам нужно сделать больше видео. Вот, ребята, о чем я и говорю. Мне надо делать больше видео на моем канале, поэтому мне действительно, ну, некогда отвечать вам ВКонтакте. Давайте початимся с Александрой. У меня опыт растет. Доступно новое задание. Самый популярный. Так, опыт. Опыт нам дали. А какое задание доступно, я так и не понял. Ладно, сейчас мы с Александрой початимся, чтобы отношения как-то у нас стали уже более такие продвинутые. Немножечко осталось. Так, что у нас тут? Вообще, я бы поизучал что-нибудь. Давайте продолжим потом обучение. Потом, я думаю, мне спать рано. Можно что-нибудь поесть. Я не хочу спешить, нам нужно узнать друг друга получше. Я нравлюсь кому-то. Круто. А, обычная запись. Надо доучить, все-таки нам доучиться, чтобы стать более продвинутыми. Я, ребят, сам раньше... Я раньше читал книжки. Вот, ну а сейчас реально... Вообще мне некогда этим заниматься. Привет, я из газовой компании. Он же приходил уже, какого черта? Зато опыта у нас больше. Новое игровое видео. Нет, рано.
Рано-рано-рано, нам надо отдохнуть сначала, чтобы у нас мысли новые появились. Сейчас дождем, пока загрузится экран. Я думаю, вам это интересно, я подожду. Так, ребятушки, осталось совсем немножечко. Также хочу сказать, что у меня есть новый канал. Ссылка под видео под описанием. Так что подписывайтесь, там будут игры в Стиме выходить. Вот, на 1000 подписчиков. У него уже 1000 подписчиков есть. Мы с вами донат проведем на CSGO. Так, привет, это вы, Дариди. Я слышал, вы записываете отличное видео. Не могли бы вы записать видео игры? И я прислал. Так, прислать его. Я отправлю вам игру. Хорошо. $216 мы получим. Я согласен. Геймплей, видео. И для. Это много значит для меня, я не смогу записать. На две игрушки. Давайте, ладно, запишем. Теперь мне надо, ребят, сейчас. Нам карточка появилась новая. Обычная критика, концовка с эмблемой. Да, давайте концовку с эмблемой возьмем карточку. И немножко с вами поспим. Нет. Ну ладно, покушай. Бутерброд съедим. Нет, я не хочу початиться. Откроем посылку. Все, ложись спать. Сейчас он отдохнет. И я бы что-нибудь еще перекусил перед записью игры. А, салатик, да, будет отлично скушать салатик. Так, геймплей прежде. Deep Space Trapper Park. Ну-ка. Сейчас найдем эту игрушку. Вот она. Геймплей, отлично. Купить? Почему там было вообще купить, ребят? Нет. В следующем видео я обязательно постараюсь опять ее русифицировать на советскую. Я был в кино, я не хочу в кино, действительно, ребят. Что мне надо? Это. А, мне надо купить консоль или что? PlayStation 2 мне надо купить. Вот же, блин. Вот же, черт возьми. Так, новое видео. А сколько стоит PlayStation? Сейчас посмотрим. $253. Вот же, черт возьми. Придется идти на работу. Нет, придется сначала видео новое записать. Новое игровое видео. Оно нам тоже принесет денежку. А, допустим, на тебя, да? Вот тебя сделаем. Блин, я тороплюсь. Нельзя торопиться. Продолжим. Так, геймплей. Это будет правильно. Схема та же самая. Куда ты пошел? А, все правильно, он тут будет играть. Давайте поприветствуем. Отлично. А тут ничего не подходит из карточек. Вообще ничего, ребят. Давайте которого поменьше. А вы открыли достижение. Отлично. Главное меню. Тяжелый челлендж преодолели. Давайте. Вот так, отлично. Интерактивный загрузочный экран. Давайте не смешной комментарий сделаем. Отлично. И концовка. Так, дальше пойдем обрабатывать. Редактирование. Так, ты, потом ты. Несовпадение, конечно же, будет. Печаль, беда, печаль, беда. Да ладно, пофиг. Вот так закончим. Мягкий фокус. Интерес, маленький интерес. Давайте опубликуем. Подписчиков у меня 66 тысяч, ребят. Ну, ничего себе, я свой канал, собственно, обогнал.
Хочется 100 тысяч подписчиков, интересно, когда же у меня будет 100 тысяч. И также пойдем наработать. Натирать обувь, это шутите, что ли? Давайте в саду, что ли, поработаем 2 часа. 10 долларов это мало, но все же. Нам на приставку заработать. Что еще можно работать где? Давайте поможем бабушке, что ли. Только пришел и опять на работу. А потом бы я, наверное, поспал. Сейчас приду с работы и пойду посплю. Так, игра понравилась. Она начинает зарабатывать деньги. Давайте поспим. Какому числу мне надо? Оставшееся время 28 часов. У меня еще время есть. Скоро выходят новые игры, вот на них надо первый взгляд снимать. Покупать и снимать первый взгляд. Что можно... Ух ты, 12 часов. Разработчик, стажер. Да, это игрушка для... Это работа для меня, пойдемте. Мы что, обучение не доделали? Иди работай. Сколько осталось времени вообще? 18 часов. То есть я должен прийти с работы и сразу пойти за... пиливать видео. Это будет долго. В принципе, у меня есть шанс успеть. Сейчас сразу покупаем, пофиг на идеи. Хотя надо поесть, обязательно поесть. Сразу идем есть, чтобы у меня появились идеи. Спать нам нельзя. Остался 1 час. Так, все, отойди. Какого черта? Уйди, пожалуйста, от меня. Так. Геймплей. Нет, какое предприятие? У меня тут новое видео намечается. Так, нужно купить приставку. Блин, она не успеет, наверное, дойти, приставка. PlayStation 2, нам не хватит. Нам не хватает денег, ребят, на приставку. Похудел заказ. Поздравляем, вы 666-й посетитель нашего онлайн-магазина. Продолжите читать, чтобы получить приз. И что будет, если продолжить читать? 50 долларов нам дали, отлично. Теперь нам должно хватить, если я успею. Сколько времени у меня осталось? Где мы? PlayStation 2. Здесь 53 доллара. А все, ребят, зря старался. Не успел. А я так хотел записать видео. Могли бы заработать деньжат. А так, зазря купил. Продажа? Нет, не будем продавать. Нет, в кино не пойдем. Нет, я сказал, не пойдем в кино. Все правильно. Начать новое обучение чего-нибудь. Все такое дорогое. Изучать я тоже буду долго. Давайте просто так тебя запишем. Мы что, зря покупали, что ли? Нет, не стоит записывать первые мнения. Давайте геймплей запишем. Правда, я не успел сделать заказ. Так, приветствие. Вот он, я сижу и играю в PlayStation. А, интерактивный загрузочный экран. Саркастический комментарий. Давайте сделаем это. Неплохо. Вы нашли скрытый элемент. Профессиональный комментарий. Отлично. А внутриигровое видео... Хотя бы так. Ваши союзники предали вас. Ну так хотя бы, что ли. Загрузочный экран. А мне не хватает мысли, ребят. Мне не хватает мысли.
Ну, видео не очень хорошо записал, но я обычно выкладываю, стараюсь. Так, видео, правда, не полное получилось. Что я делаю? Что я делаю? Не будем ничего записывать. Давайте. Нам нужны идеи. Сейчас мы заново перепишем. Мне надо есть. Я хочу очень сильно кушать. Гамбургер. Давайте съедим. Ну, вообще, после еды вредно спать. Но все-таки мы поспим. Все-таки сделаем это новое видео, ребят. Мы должны это сделать. Геймплей. Теперь у меня больше идей будет. У меня все шансы. Надо подкопить деньжат, иначе у нас опять возникнут проблемы. Я заказ пропустил. Мы так могли больше 2 сотни баксов получить. Приветствуем. Так, смешной комментарий. Отлично. Веселый комментарий. Отлично. Загрузочный экран. Нормальная игра такая. Почему? Что-то я не то сделал. Внутриигровое видео. Внутриигровое видео. Не очень получилось, конечно. Отображение итога. Идем дальше. Пошли редактировать видео. Так, тебя. У нас тут все сходится. Тут сделаем вот так. И, в принципе, можно завершить. Я думаю, мы нарезочку сделаем. Эти два кадра мы не будем вставлять. И так будет намного лучше. Давайте обложку добавим. И цвет. Интерес хороший. Вот, неплохо. Давайте опубликуем и пускай он пока рендерится. Начать обучение. Монтаж видео нам пригодится. Давайте изучим этот монтаж. Я думаю, вам не интересно ждать, я подожду. Да, обучение, конечно, оно долго проходит, но зато я становлюсь более умным, более профессиональным. Кто-то звонит по телефону. Привет, меня зовут Изабель. И я звоню от имени. Мы хотим предложить вам нашу карточку покупателя, которая даст вам сотни скидок по типу 2.1 в супермаркетах. Да, давайте. Отлично. Вы оставили ее говорить сама с собой. Ваши подписчики оценили ваш телефонный троллинг. А, вон оно что. У меня подписчики прибавились. То есть я воспользовался этим. Неплохо. Монтаж у меня пока что. Давайте продвигать видео. Хотя у меня денег нету на продвижение. Так, ладно. Ладушки, оладушки. Я бы еду, наверное, подкупил. Сейчас. Монтаж бы мне изучить до конца. Давайте уже до конца изучим монтаж. И в следующих сериях, потому что мы можем забыть, что надо доучить книжку. Поэтому сейчас в этом видео доучим. Я думаю, на этом можно будет немножко заканчивать. 7-ю серию. Вот, на 8-й посмотрим. Я, возможно, русификатор скачаю. Советский, мне кажется, он более поудобнее. Хотя, в принципе, это тоже играбельно, но мне тут больше нравится. Так, что у нас тут? 32 тысячи просмотров уже, 2000 подписчиков. Это круто. У нас уже скоро будет 100 тысяч на моем канале. Это радует. О, мне предлагают опять сделку. Да, я согласен. 144 доллара я получу. Первое впечатление от игры. Да, я принимаю заказ. Все, хватит читать. Хватит учиться, потом доучишься. А теперь нам надо, я думаю, выспаться сначала, потом покушать что-нибудь. Как раз на видео игру пришлют. Так, давайте поедим и будем записывать новое видео. Обожаю заказы, много дают денег, поэтому надо стараться все заказы выполнять. Салатик давайте покушаем. Нам надо потом будет купить себе одежду, блин, еду. Так, первое впечатление. Unpleasant Quintessence.
Doom. Для Mantendo DS. Mantendo. Вы издеваетесь? У меня денег нету на это. Сколько осталось времени там? Сколько вообще эта Mantendo стоит? $189 стоит, ребят. Тем временем я теряю подписчиков. 92 часа мне дали. В принципе, я могу идти на работу. 12 часов сейчас я заработаю много деньжат и все-таки мы накопим на эту. Хотя... Нет, можно отменить. Сначала нам надо новое игровое видео записать. Так, которое более-менее актуальное. Они уже все не актуальны. Кстати, я же могу продать все. Давайте продадим, действительно. Шопингом, ну-ка. Как мне игры продать? Ну-ка, если я на полку зайду. Где мои игры? Вот все игры вот с плохим рейтингом давайте продадим. У меня $69. $69, ну-ка. Футбол. Я их что, не могу продать? А, вот значок. Вы заплатили $12, продать можно за $3. Не знаю, хватит ли мне это. Я бы все сейчас продал вот эти игры плохие. Ладно, хорошо, сделаем так. Зальем сейчас видео игровое. Хотя бы на тебя. Быстренько запишем. Потом пойдем работать. Я прям не буду. Я буду все подряд жать, не читая даже. Ах ты, не то, не то, не то, ошибся. Пофиг. А, давай быстрее. Не хочу терять время. Отлично. Так, дальше давай. Замечательно. Ну, более-менее нормально у нас. Так, давайте тебя. Хоть как-нибудь, чтобы меня попало. Так, нет. Давайте обложку. Обложку. А, блин, спасибо, этого Брайана скоро выйдет. Брайана. Интерес уже уменьшается. Давайте опубликуем. Обычная критика. Давайте возьмем эту карточку. И идем наработать сразу же. На работу. Давайте поразносим газеты. $30 нам прибавится. Заказ. 39 часов осталось, ребята. Один час остался. Блин, это слишком мало. Надо еще поработать. Давайте продолжим разносить газеты. Иди уже, иди там. Я не могу. Мыть машину. Давайте помоем машину. Это нормально. Я опять нифига не запишу. Я же говорил, что нам надо экономить деньги. PlayStation 3 появилась. Скоро будет. Нифига себе. А у меня денег нифига нету.
Могу по... Давайте газировку попьем. Что могу еще? Давайте гамбургер съедим. Давайте игры продадим. Те старые игры, я думаю, стоит продавать. $7. Так, так, так. Ну-ка, те, за сколько можно продать? За $15. Продадим. Успею, нет, я интересно. $3 давайте продадим. Пожалуйста, я должен успеть. Сколько приставка стоит? Сколько осталось? 4 часа осталось. Нет, я опять лоханулся, опять я не успею это сделать. Я даже покупать не буду, нет смысла. Давайте доучимся хотя бы. Доучимся. Мне не хватило времени, деточка. И она расскажет, что у меня подписчики у меня... Мои подписчики от меня отпишутся. Я вообще спать хочу. Я все же хочу дочитать книжку. У меня до... Я уже весь сонный все-таки читаю эту книжку, чтобы улучшить свой монтаж. Это мне очень сильно поможет. Вот, моя девушка пришла. Нет, давай в другой раз. Я уже не могу встретить, он сам спать хочет. Очень-очень-очень сильно хочет спать. Монтаж надо по-любому улучшить. Как раз видео мне принесет какую-то часть дохода. Это мне поможет. 1000 подписчиков прибавилось. А на моем основном канале где-то в день по... Ну, в среднем 100 подписчиков прибавляется. Вот, больше будет, меньше. Все, обычный монтаж у меня уровень 1. Запись видео получилась. И теперь давайте пойдем спать, смотрите. Мы бедные, сонные. Я думаю, на этом можно, ребят, закончить видео. С вами Алдариди. Это игрушка была, YouTubers Life. Не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал. Дальше будет еще интереснее, я буду стараться. Всем удачи, ребят, всем до скорого. Пока-пока.